Друзья, всем привет, с вами Гамер Карибарк, это Total War Troya, это с Арпидончика играем, всем приятного просмотра. Перед началом ролика лайк, подписка, колокольчик, все ссылочки найдете в описании к ролику, Instagram, ВКонтакте, ссылочка на Donation Alerts. Еще раз всем приятного просмотра, наиприятнейшего, я бы сказал, даже. Проблемы у нас с общественным порядком в державе, серьезные. Так, Толоса, Бальбур, давайте прокачаем немножечко. Надо вот этих чмошников сейчас разбить основной нашей армии и захватить провинцию Итмос. Дальше будем думать, что и как делать. Захватили мы, кстати говоря, провинцию Родос. Тут общественный порядок минус 18 заход. Блять. Интересно, почему события. То есть есть надежда, что скоро это все устаканится, да? А я же могу издать эдикт тут. Строим игры. Везде пускай будут игры. Они расторгли договор. Он правильно проходит, заключенный с нами, пилей. Ну и пошел нахуй. Эти тоже расторгли. Тоже идите нахуй. Огрызки ребела нападают и получают пиздюлей. Пиздец, там половину фракции уничтожили. Западен of Lycia. Девятый левел с Арпидончика. Возьмем ему вот эту штуковину. Минус 50% защита в ближнем бою и минус 25% урон оружием. Так, давайте теперь попробуем оттаскивать. У врага численный перевес, да? Значительно. Давайте отойдем. Retreat! Son of Zeus himself. Steadfast. Felicia. I keep my promises. Without fail. Так, этого типа отправляем сюда, подавить восстание. We will win through.
I will. Возьмем защиту. Ever faithful. Loyal to the last. Прокачаем Талосу немного. И виноградник второго левела. Never faltering. Так, нейтральная армия какая-то прилетела сюда. Нахер она сюда пришла, я не понимаю. Суки. Ладно, заканчиваем ход. Какие-то ушли панские, блядь. Короче, идите нахуй. Сейчас мы возьмем в осаду Каун. Так, не объявил войну кто? А, этот хуило, который прилетел, да? Приплыл, посмотрел, что происходит, и объявил войну. Ладно, пойдем подеремся. Только Минетий, блять. Охренеть, у него погоняло. Так, ну, у нашего полкана зовут Минетий. А. Понимаю. Так мы можем просто вот здесь дефаться, да? Надо будет попробовать выстрелить ихнего генерала. Мне кажется, если убьем генерала, появится призрачный шанс на победу. А где их не полкан? Угу, вижу.
Войско теряет боевой дух. Наши войска обратились в бегство. Бля, не, ну они просто задавили массой. Тут уже ничего не сделаешь, блядь. На вашего героя напали. Берегитесь, противник вас оттесняет. Противник захватывает вашу ключевую точку. У вашего отряда кончились боеприпасы. Блять, постоянно он выхиливает своих челиков. Классный генерал, бля, что сказать. Вы потеряли ключевую точку. Блять, какая же хуйня, а? Sarpedon of Lycia. Prove your worth! Strike them down! Do not falter! Два хода, и у них закончатся припасы, они начнут умирать от голода. Тогда мы и ушатаем их. Don't hold back! Понятно. Fit to fight. Займем тогда Кабиру. Let's make war. Будем готовиться к приему. Может, во время дефа у нас шансов будет побольше. По всему Родос надо будет отдавать. Я сейчас не смогу его задефать никак. Учитывая, какие проблемы у нас
Дома. Ну что ж, закончим ход. Да, вообще посмотрим, какие у нас условия победы. Retreat! Ну да, мы теряем Родос, тут ничего не сделаем. Мы задефать Родос, там нужно держать фулл стэк. War makes the man. I will do so. I keep my promises. Plunder every treasure. I've got what it takes. As ordered. Блин, вот эти вот говнари во всем виноваты, реально. Пойдем подеремся. Так, подкрепление придет вообще с другой стороны. Интересно. Боги вам улыбнулись. Прибыли подкрепления. Come on!
Войско теряет боевой дух. Охуеть. Вот, зато сейчас я могу в спину по ним поработать немного. Даже не просто немного, а так вполне все хорошо. Войска обратились в бегство. Бля, ну войска просто... Я в шоке, а чё они такие трусливые? Ваши воины воспряли духом! Ваши воины воспряли духом. Блять, это какая-то имбованная армия, реально. Это просто пиздец какой-то. У меня войска просто не выдерживают. Ваш отряд погиб. Жесть какая, просто жесть. Ебануться. Бля, просто не могу даже комментировать эту хуйню.
Make me proud. I've got what it takes. Your path to victory. Sarpedon of Lycia. We shall prevail. Let battle commence. Free the prisoners. Move as one. Lycia. Engage the foe. Our foes. Блять, уебки, а. Veteran strategist. Without fail. Получается здесь без элитной армии не обойтись, не? Ну или там полуэлитной. Ладно, суки. I see the bigger picture. Блять, на эмоциях забыл издать эдикт, царский указ. Четыре колесницы у нас, раскатаем, даже 5 колесниц, пойдем подеремся, хер бы с ним, меня эта хрень уже достала, либо побеждаем, либо проигрываем. Сколько, блять, можно это терпеть? Торпедончиком надо будет зафокусить ихнего генерала завалить. Противнику прибыли подкрепления.
Бонус против крупных у хашек. Ну-ка посмотрим, как этот бонус работает. Ваши воины заметили затаившихся врагов. Да, моментально вырубили кавалерию вражеская. И отступаем. Враг обнаружил вашу засаду. Блять, Сорпедон, ты чё там? Ой, сука тупая, Сорпедон. Войско теряет боевой дух. Наши войска обратились в бегство. Во имя Ареса, ваши воины воспряли духом. Бля, чё-то я переоценил Сорпедона. У вашего отряда кончились боеприпасы. Бля, долбоёб Сорпедон, он сейчас сдохнет. Тут еще не кончено. Ничего. Oh!
Ваши воины воспряли духом. Так, Сарпедон вернулся. Главное, чтобы он не сдох. Ваш отряд погиб. Блин, вот колесницы хорошо играют. Берегитесь, противник вас оттесняет. Я теперь многое понял. Ну ладно, мы проиграли. Нет опыта таких больших крупных боев в этой игре, поэтому получилось так, как получилось. Они все равно потеряли больше людей, чем мы. A pleasing reward. Блин, какие-то полторы серии получаются, ушли панские реально. Sarpedon of Lycia. Your triumph is assured. For my duty. You ask too much. Make this place secure. Wise in war. Get moving. I keep my promise. Надо восстанавливать войска. Certainly. Мне в прошлой битве не хватило пехоты, мне кажется. My word is binding. Идунчик прокачался.
Так, камень или древесина? Что думаете? Возьму камень. Я не могу понять, чем они руководствуются, когда делал такие предложения. Типа, дайте мне просто там, я не знаю, дохуя чего. Son of Zeus. Loyal and true. I decline. Prove your worth. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь стрелков. Strike them down. Возьму окружение. I serve without question. Experienced in war. Нанимаем войска, блин, потеряли Киберу. Такая, сука, печаль. Make them pay. Блять, мне нужна битва в открытом поле. А, Кнос приплыл. So. Unwavering service. Ладно, будем разбираться со всем этим делом уже в следующей серии, ребят. Спасибо всем, что пришли, посмотрели. Серия такая, блин, получается. Не только серия, но и проходка более напряженная, чем я ожидал. Прежде всего из-за моих ошибок. Немножечко недоразобрался я в тонкостях игры, поэтому получается то, что получается. Но думаю, мы осилим эту фигню.
Если не осилим, то тем лучше. У нас в последнее время все без сучка и задорники получается. Всем большое спасибо, ребят, что пришли. С вами был Демилькар Барк. Надеюсь на вашу поддержку. Лайк, подписка, колокольчик. Ссылочки в описании к ролику. Инстаграм, ВКонтакте, Donation Alerts. До скорых встреч, ребят. Пока.